Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей, мы продолжаем проходить Elden Ring и потихонечку уже заканчиваем, подходим к концу. Осталось каких-то боссов, наверное, 15-16 и будет уже конец. В общем-то, я в Фарумазуле, в разрушенном. Короче, сейчас рассказываю. Я все-таки решил убить Маленью и убить этого огненного великана или гиганта, я не помню, как его зовут. Короче, сейчас будет ставка. Я хотел сначала ставить огненного гиганта, потом Маленью, но по хронометражу именно пойдет сначала Маленья, потом будет огненный гигант и то, как попасть сюда в Фарумазул. Но это все по очереди, по на цепочке. Поехали. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Malenia, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Wait. The scarlet bloom flowers once more.
You will witness true horror. Now, rot. Dearest Nicola, my brother, I'm sorry. I finally met my match.
Ну, а кто посмотрел, продолжаем идти. И сегодня у нас 5 боссов, может быть больше, а может быть и меньше, в зависимости от их сложности. К чему это я? К тому, что здесь, как я понял, в основном одни драконы. Вот, и драконы меня совсем не улыбают. Поэтому погнали. Погнали, посмотрим, что же здесь за боссы. Так, летит, прилетел. Что происходит? Отходим. Тихо, тихо, не умирай. Окей, чуть-чуть ему осталось. Все, готов. Фух. А что, драконье сердце никто не даст нам? Окей, так, пойдем посмотрим, что же здесь. Так, он в целом не очень сложный. Конечно, все хаотичное. Окей. Одним справились. Дальше вопрос, как попасть вот сюда? Ага. В общем-то, я почти выполнил квест этой иголкой. Должно быть все хорошо. Мне остается только попасть к секретному боссу в этой локации, активировать эту иглу, убить его, и по идее все. Так, здесь где-то должен быть костерок. А еще тут противные неписи. Блин, ну как же туда спуститься-то? А давай посмотрим, сколько нужно на уровень. Повысить уровень 20 тысяч. Инвентарь. Опять же таки маленькими буду добивать, большие я не трогаю. Две 500. Двадцать будет. Ну, нормально. Сейчас хватит. Так, повысить уровень. Ловкость давай. Так. Давай его для... Для уверенности я их завалю. Так, здесь есть какой-то спуск. Или нету спуска. Так, где топор? Мне куда-то вон туда. Как это сделать? Проходить там?
Где-то здесь спускаться. Ой. Ну, допустим. Так, здорово. Так, пацаны. Хорош, хорош. Так, есть проходы через низ, есть проходы через верх. Есть туда заход, есть сюда заход. Я так понимаю, что я сделал кругаля. Так, а ну-ка. Так, здесь никак не спрыгнуть. Вон там еще есть проход. Вопрос как? Так, есть туда проход. Есть сюда проход. Подъемник. Так, ну пойдем. У меня же никто сейчас не согрится. Поехали. Я думал побегать здесь, пооткрывать эти всякие костерки, чтобы было удобно передвигаться, но нет. Бля, какие вы мерзкие уроды. Если я туда прыгну, то все, да? А, нет, тут есть подъем. Ебать. Это плохо, это очень плохо. А мне есть какие-нибудь пилюли? Ага. Во, кстати говоря. Тут один босс есть. Пойдем сходим. Блять, есть. Где он? Бей. Да тихо. Да, блядь. Не дал мне подлечиться, сука. Так, мы пришли оттуда. Так, увидел. Руна героя 2. Так, подъемник есть. Ну, пойдем валить его, хули делать-то. Так,
Не забыть, что там дальше есть еще проход. Эти утырки. Тихо. Выносливость. Ну ладно. Не так уж и сложно. А там вон туда есть даже проход. Или я туда не пройду никак. Так, ну пойдем посмотрим. Так, стоять. Нет, туда никак не пройду, окей. Да ёпт. А, ну вон туда надо идти. Окей. Ну давай потихонечку пробираться. Или может нахуй их? А давай нахуй их, побежали. А это чё? А это как? Это сверху надо? Как наверх? Тут? Здорово, блевуны. Да нахуй с ними сражаться? Вообще отвратительные ребята. Ебать, все залили. Ёптать. Это ты? Да, это он. Блядь, главное не упасть.
Да, ну я увернулся, ну не пизди, блядь. Он мне службу служил. Так. Кузнечный камень. А здесь что? Что лежит? Ого. Ландыша. Так, мы пойдем вон туда, сбегаем. Посмотрим, что там. И потом уже к костру вернемся. Можно типа оттуда было сразу спуститься. Отсюда. Что здесь хорошего? Ничего нет. Так там блевотина. Блевотина что-то охраняет. Окей. Мелкий камешек. Это возможно для противоядий. Окей. А, возвращаемся назад. И идем вперед. Разрушившийся Фарумазула. Так, окей. Я сейчас побегу. Бегу вперед. Есть вправо еще проход. Бля, зачем я сюда пришел-то? Здесь ничего нет. Тихо, 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 тихо. Зацепился. Окей. Я зацепился. Окей. Ой, как хорошо. Так я оттуда пришел. Мне надо дальше идти куда-то туда. Рудокоп. Отлично. А здесь чего? А вон там дракон, я вижу, лежит прям. И там вон будет дракон, да? А там еще... А, там Александр. Так, окей. Скелеты. Нахуй ненужный вопрос. Я сюда зайти не могу, да? Окей.
Да ёбаный в рот. Уйди. Где ты, блядь? О, мне еще и хпшку дают. Так, ну по идее на Александра мне должно все хватить. Там он что-то интересное лежит, но я пока не хочу туда прыгать. Бля, есть спуск вниз. Спуски вниз есть поверху. Окей, пойдем пока поверху. Подожди. Это сверху отсюда. Как мне туда залезть? Вон оттуда, что ли, от костра? Ну, наверное. Кузнечный камень мрак, хорошо. Так, ну давай тогда спускаться. Искать еще благодать. Ты охуел? Там вон еще дырка в земле. Ебать, он плотный. Так кто в меня стреляет, блядь? Как ты нахуй... А, все, вижу. Так, есть еще тут благодать. Но это не решает мою основную проблему. Как мне залезть наверх? Отойди ты. А у вас, блядь, банок никаких не хватит, нахуй. Так, мне надо наверх. И поверх уже идти туда. Это все очень хорошо, что я иду по низу. Ты огромный, блядь, тоже. Вон сзади есть заход. Там вон вниз есть спуск. А я отсюда залезу назад? Нет. Соответственно, я перемещаюсь вот сюда. И пробую по верхам прыгать. Или у меня ничего не выйдет. Нужно вот оттуда идти. Так, окей. Здорово. Сказать-то. Я пытаюсь понять, куда и как мне там пройти. Через этого ли?
может, отсюда как-то. Да, ты... Тут же не было никакого прохода. Побежали. Я, может, что не заметил? Здесь есть спуск. Вот как-то можно перепрыгнуть. Как? Вопрос. Оттуда откуда-то вряд ли. А здесь нет никаких парапетов. Может быть, отсюда. Вот отсюда. Это спуск. Вообще похоже. Приметил. У них там что-то великое. Тихо. Греби ему как следует. Так, что у вас тут? Окей. Это не решает моей основной проблемы. Наверное, надо искать какой-нибудь спрыг. Это чисто спрыг вниз. Ага. Это я спущусь туда. Мне надо наоборот. Так, давай углы осматривать. Тут секретный проход. Нет, не работает. Не работает.
есть еще выше. Это я спрыгну, там вот я перебегал. Это весь зал открытый. О, это я там ходил. Так, здесь подъемник. Вот туда. Там ничего нет. Там вон есть верхушка. Как мне туда попасть, я не понимаю. Там тоже дыра. Здесь типа прыгает и все будет хорошо. Нет тут никакой лесенки. Наверх. Думаю, что, блять, навоз. Это все не то, блин. И это опять не то. Фух. Балкон с видом. А, может быть, подожди. Может быть, по самой колонне надо наверх залезть? А как я на нее залезу? Далеко. Типа с той стороны. Отсюда я факт не допрыгну. Чего? Видишь? Далеко. Ох-ох-ох. Я пытаюсь понять, как наверх можно залезть.
по всему, никак. А, я не знаю, куда я иду. Но решил проверить эту дыру. И нихуя, да? Вот, вот оно. То есть все-таки надо было в дыру прыгать. Вот она и лестница, отлично. Не специально такую локацию сделали. Они знали, я сюда приду и запутаюсь. А я пришел и запутался. Все, пока. Так, и дальше отсюда прыгать туда, а потом... Нет, это не то. Так, эти ландыши, это все прекрасно и замечательно. Слишком долго замахиваешься. Мог бы меня уже давно убить, окей. Допустим. Мне сейчас станет полегче каким-то образом. Там я ходил. Отсюда я спрыгнул, получается. Я оттуда пришел. А мне надо как-то выше залезть. Вопрос, и как же это сделать? Ебанул. Не спорю. Забыл. Ты чё нахуй? Они ещё и так умеют. Окей. Но я факт ушел не туда. Ля-ля-ля.
этого краса еще глаза светятся. На самом деле почти банки не пью даже на манушку. Это и неплохо, кстати говоря. Так, я оттуда пришел. Прах зверолюдей из Азула. Понятно. А есть тут еще костер? Я бы был признателен. Отлично. Что-то я хожу, что-то собираю. Тут открыл. Давай отдохнем. Я сейчас опять же таки, если ничего не найду... Побегаю, как туда пробраться. Это кто? Призыв на помощь. А кого бить-то? Какой-то окровавленный палец. Ой, блядь, да нахуй, нет. Так, окей. Двое с божественного кожи. Тихо, тихо. Отошли. Тихо. Отойди. Все? Еще не все, полоска-то. Пацаны. Еще не все. То есть с ними несколько фаз. Ну и ладно, еще одна сфера кузнечная. Как мне к Александру пройти нахуй? Это меня больше всего интересует. А повысить уровень, давай хпшку. Этот откуда тут взялся, кстати говоря? Есть туда проход, есть туда проход. Есть сюда проход, отлично. Есть сюда проход. А. А. Там что-то забрать. Скорее всего, какую-нибудь руну, блядь. Здесь спуск вниз. Так. Это куда-то дальше по локации. Вот туда, куда-то вот туда, вот так. М?
Я сейчас туда пока не пойду. Я вообще на этих случайно наткнулся. Пойдем вон туда. Обход, блять, наверх как пойти? Я с этими рыцарями сражаюсь себе дороже, блять. Банки все улетят. Ой, ладно. Отстань. Привет. Вы нахуй тут наркоманы тусуетесь? Бегу. Но опять это все не то. Все это говно, это все руна. Это не имеет никакого абсолютно смысла. Это все. Да отъебись от меня. Это все круговое. Там, ну вот тут есть дальше проход, но он мне не нужен пока. Ладно. Так, я погуглил. Давай попробуем. Я, конечно, ничего не обещаю. Но, как оказалось, это не так просто. Я вначале тупо долго бегал. Подолго и не по делу. Здорово. Куда помогу? Короче, я как всегда ничего не запомнил. Вот, возможно, даже не сюда прибежал. А, вот сюда. Сюда. Так, я там никого не убил, кроме одной собаки. Садимся. И вроде бы это... Есть этот проход. Может быть и нет. Семечко. А почему призыв висел? Отстали от меня. Но мы пришли к Александру. Ой, здорово, дружище. Да, я тут. Парящий город постепенно разрушается. В какое же поразительное место нас привела судьба?
Но давай поговорим о другом. Ты величайший боец. Этот гигант был почти что богом. Не думаю, что кто-нибудь другой смог бы одолеть его, включая и меня, великого Александра. Поэтому я обращаюсь к тебе с просьбой. Ты не против испытать меня? Как только решишься, сообщи мне. Я всегда мечтал сразиться со столь искусным бойцом. Хочешь начать? Я правильно понимаю? Да отойди ты нахуй! Ага. Ну ты куда, блядь? Я только что двух боссов завалил. Ты как? Я проиграл. Чего я следовало ожидать? Это сосуд не прошел испытания. Благодарю. Я знал, что ты величайший боец. Славная получилась битва. Умоляю тебя, забери мое содержимое. Всем сосудам суждено разбиться. Но великий Александр оставался воином до последнего. Осколок Александра. Внутренности Александра. Это вроде по квесту надо бы нам. А снаряжение. Все. Для этого он нам и нужен был. Так, вот здесь был босс, да? Там дракон. Пойдем к нему сходим. Бля, я не залезу, да? А, залезу. Коль он был у нас по плану. Блять, нет сосуда, ладно, хер с ним. Так, тут нет прохода. Здесь есть. Тут даже жук есть. Понял. Пьем. Отхожу. Тихо. Как так? Ты же, блядь, пил, сучара. Ладно, сейчас завалим его. Ой, как далеко бежать. Так, я этих чуваков обойду. Тут, видимо, еще есть босс, поскольку загорается призыв. Вот он. А на дракона не загорается призыв. Ага. Да, ты куда, дурак? Умрешь. Вот и все. Кузнечный камень.
Ну вот и все. Ну вот и все. Спал дракон себе и спал, да? Никого не трогал. Ну, в общем-то, вот такая серичка у нас получилась, поэтому до хера еще куда сходить, туда сходить, наверх. Там какой-то босс загорался. Давай тогда на этом на сегодня закончим. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.